Сегодня у нас Samsung 5830 ASE. Довольно частая проблема, которая возникает у этого телефона, это гнездо зарядки. Вот оно у нас выломано, видно. Снимаем батарею. Раскручиваем телефон. Обычной крестообразной отверткой. Семь болтов, все одинаковые. Снимаем панель. Перед этим снимаем карту памяти, если она есть. SIM. Снимаем заднюю панель. Вот оно, наше гнездо. Отстегиваем шлейф, микрофон, кнопку включения телефона. Таким образом, кнопки звука. Они сидят на скотче. Далее снимаем плату внизу. Вот здесь вот отстегиваем шлейф разъема экрана. Далее снимаем гнездо термофеном. Ставим 350-400 градусов. Давайте снимем динамик, чтобы он не мешал. Греем разъем. Ну, точнее, гнездо. Будьте аккуратны вот с этим разъемом. Старайтесь, чтобы горячий воздух не попадал на него. В крайнем случае, его можно закрыть вот таким вот образом. Снимаем. Новый разъем. Ставим на что-нибудь твердое. У меня держатель печатных плат. Давайте залудим. Контакты. Таким вот образом ставим. Вот так вот, нехитро, просто и быстро. И с этой стороны добавляем флюс. Для быстрой и качественной пайки. Добавляем припоя.
подровняем направляющую с пятаками, что бывает, они сидят не очень ровно. И паяем. Припаяли, проверили. Можно под микроскопом, очень удобно, можно таким образом, иголкой. Все припаяно. Телефон готов, собираем. Ставим динамик обратно. Соединяем шлейф. Кнопки звука, включение телефона, микрофон на место. Заднюю панель. Ставим батарейку. Давайте сразу проверим. Включаем зарядку. Зарядка пошла. Собираем телефон. Всем спасибо за внимание. Удачного дня. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Дов.